Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание. Филипп Киркоров неравнодушен к ее дочери. Мой друг Филипп Киркоров. Серьезно, вы друзья? Конечно. Ему тоже нравится моя дочь. Кстати, самый любвеобильный светский репортер Леня тоже положил на нее глаз. У меня еще глаз сын. Нет, мне больше интересна дочь. Слава богу. Но оказалось, Филипп любит далеко не всех. Кстати, он ненавидит детей, но говорит, что обожает мою дочь. Филипп достаточно частый гость в семье Агурбаш. Давно дружите, правда, с Филиппом? Нет, на самом деле давно. Очень обаятельный мужчина такой. Да роскошный. Да ведь любила. Он так часто заглядывает на огонек, что Анжелика даже путает с ним своего любимого мужа. Не поверишь, ты Филипп Киркоров. Скажи, брат. А, Филипп, что случилось? Где те прекрасные локоны и прическа? Он потерял их. Страшные битвы за меня. Вот правда жизни.